Здравствуйте, меня зовут Осипова Стелла, я начальник отдела продаж компании «Новые формы». Сегодня мы покажем и докажем, что каждому участку необходима теплица. А начнем мы с выбора места. На данном участке хозяева определились с местом. Это ровный участок, около 18-20 квадратных метров, поскольку мы устанавливаем теплицу длиной 6 метров и шириной 3 метра. Очень важно, чтобы он был подготовлен, выровнен и готов к монтажу теплицы. Итак, мы начинаем монтаж. Ребята начинают установку с брусового фундамента. Вы можете использовать различный фундамент, но обязательно его использовать, поскольку теплица очень тяжелая, ее необходимо хорошо выровнять. Мы взяли брусовой фундамент 100 на 100, обработанный антисептиком с использованием крепежа. Ну что ж, посмотрим, как это делается. Вот мы, наконец, собрали наш фундамент. На что вам нужно обратить внимание в данном случае? Фундамент собирается строго по размерам. Поскольку мы собираем теплицу параметрами длиной 6 метров и шириной 3 метра, брус тоже должен быть такого же размера. Вот вы видите основание теплицы, которое было закреплено к брусу. Важный момент, что основание крепится к самому краю, поскольку поликарбонат должен заходить за край бруса. Также при монтаже фундамента необходимо учесть такой момент, что он должен быть выровнен по уровню. Поэтому мы подложили плитку. Также вы видите крепления, специальные пластины, которыми мы закрепили брус. Все стыковочные моменты закреплены такими пластинами, угловыми или прямыми. После установки фундамента можно приступить к установке каркаса, а именно к установке дуг теплицы. Вот мы собрали основную часть каркаса и немножко поговорим о нем. Особенностью всех наших теплиц является сдвоенная дуга, которую вы видите перед собой. Она позволяет нашей теплице выдерживать большие снеговые нагрузки. Также можно обратить внимание, что теплица крепится по принципу папа-мама с помощью саморезов. Также можно теплица может быть монолитной, без разъема. Перемычки крепятся при помощи спайдерных пластин и болтов, которые обеспечивают очень быструю сборку теплицы. На данный момент на рынке теплиц люди могут столкнуться с огромным выбором различных моделей, модификаций теплицы. Как в них не запутаться? Я немножко расскажу об этом. Есть теплицы из жести, они не выдерживают больших нагрузок. Есть теплицы, которые человек может заказать на заказ, но сделать заказ индивидуальным, но тогда будет неподъемная стоимость данной теплицы. Мы же выпускаем серийную продукцию и наш упор на прочность. То есть мы называем наши теплицы сверхпрочными. В чем особенность различных теплиц? Это применение различного материала. Например, жесть, она не выдерживает больших снеговых нагрузок. То есть такие вы можете встретить в интернете, много фотографий разрушенных теплиц. Мы применяем профильную трубу 20 на 20, стенка 1 на 1. Также есть различные покрытия, использование различных металлов. Да? В данном случае мы устанавливаем теплицу, которая называется премиум. Это стальная профильная труба, оцинкованная с двух сторон и окрашенная.
А также существует еще просто окрашенный металл порошковой краской и просто оцинкованный металл. Данная модель теплицы хороша тем, что она полностью защищена от коррозии, от ржавения, так как внутри у нее оцинкованный профиль, и сверху она еще покрашена краской. Соответственно, если каким-то образом вы повредите верхнюю эмаль, внутри она не заржавеет, поскольку там применяется оцинкованный металл. Просто оцинкованные теплицы могут со временем немножко видоизменяться. Также, если просто теплица окрашена в результате повреждения, например, садовым инструментом или еще чем-то, может тоже немножко проявляться ржавчина. Поэтому мы рекомендуем использовать цинк, окрашенный порошковой краской. Многие теплицы имеют различный способ крепления, который влияет на скорость сборки теплицы. Бывает большое количество болтов, что доставляет массу неудобства людям при сборке. Мы применяем краб-систему. Это очень прогрессивный метод крепления, поскольку теплица собирается в течение 4-5 часов с таким креплением. Она представляет из себя две пластины из оцинкованного металла, которая скрепляется болтами и гайкой. Благодаря простому устройству конструкции теплица собирается очень быстро. Данный результат был собран за 2 часа неторопливой сборки. Иногда встает вопрос, какую теплицу приобрести. Сборную теплицу разъемную по коньку или монолитную, где нет такого соединения. Могу сказать, что данные теплицы практически одинаковые, и не нужно бояться, что разъемная теплица не выдержит нагрузок, поскольку здесь вварена труба меньшего диаметра и вставляется по принципу папа-мама. Она выдерживает абсолютно такие же нагрузки, как монолитная теплица. У нас вы можете приобрести и те, и другие. Но разъемная теплица дает очень много преимуществ тем людям, которые хотят самостоятельно забрать теплицу со склада. Разъемную теплицу очень легко можно вывести со склада, если вы имеете багажник. Ну что ж, продолжим установку теплицы. Сейчас мы будем раскраивать поликарбонат для торцов. Также хочу обратить ваше внимание на еще один важный момент. Для избежания попадания холодного воздуха в теплицу на срез поликарбоната по торцу одевается резинка. При установке двери необходимо это делать в лежачем положении, чтобы избежать провисания в дальнейшем. Прошел еще час, каркас собран, и следующим этапом сборки теплицы является покрытие ее поликарбонатом. Итак, прошло 5 часов, и теплица полностью готова. Хотим еще рассказать вам о некоторых важных моментах, которые волнуют многих садоводов. Первый момент – это система проветривания теплицы. В нашем случае мы установили два вида форточек – дверные форточки и боковые форточки. Боковую форточку с автоматом. Это важный вопрос, который волнует многих людей, как быть с проветриванием, когда они уезжают с дачного участка. У нас есть решение этого вопроса. Мы устанавливаем автоматические открыватели. Они при повышении температуры в теплице они автоматически поднимают форточку вот таким образом. Вот. Важный момент, что на зиму поршень нужно скручивать, поскольку жидкость в нем не выдерживает сильных минусовых температур. Также хочу обратить ваше внимание на правильную установку боковой форточки. При монтаже необходимо устанавливать спайдеры определенным образом. Это вверху ручьем вверх, а внизу ручьем вниз. Для того, чтобы форточка могла легко открываться. Как вы видите, наша теплица покрыта прочным материалом, который называется поликарбонат. Для того, чтобы правильно выбрать поликарбонат, нужно знать некоторые основные моменты, по которым его
квалифицирует. Это есть такой параметр вес квадратного метра. То есть сколько материала находится по весу в одном квадратном метре данного материала. В нашем случае использовался очень прочный пластик. Вес его квадратного метра 0,8 килограмма. То есть сырья там находится 800 грамм. Как правило, средний вес для теплицы это где-то 500-600 грамм. Это вес квадратного метра. А многие производители используют непрочный пластик толщиной 3,5 мм и вес квадратного метра, соответственно, около 450-500 грамм. Такой поликарбонат лучше не использовать. Данный поликарбонат быстро выйдет из строя. То есть очень многие, они для того, чтобы сэкономить деньги, да, на сырье, они используют некачественный материал, дешевый, у которого нет ультрафиолетовой защиты и мало сырья в квадратном метре. Этот поликарбонат быстро выйдет из строя, то есть разрушится от ультрафиолета, и, соответственно, снег провалится просто в проемы между перемычками. Наша теплица является сверхпрочной, и вы всегда это можете проверить, повиснув на дугах теплицы. Я хочу еще обратить ваше внимание на один момент, но для этого необходимо посмотреть на теплицу снаружи. При покрытии теплицы поликарбонатом он кладется внахлёст. И важный момент, необходимо сделать небольшой отступ 3-5 см для того, чтобы влага не попадала вовнутрь теплицы. Наша сборка подошла к концу, теплица полностью готова, укомплектована. Благодаря этим советам и правильной сборке хозяева в следующем году получат отличный большой урожай. Всего вам доброго, до новых встреч!